А, моя голова! Тебе помочь? Джакс, ты такой внимательный. Звонок, мне пора. Ауч! Ну вот, он ушел. Вечеринка в честь моего дня рождения будет незабываемой. О, привет, Джакса. Обязательно приходи, я буду ждать. Спасибо, Джакс. Ты такой милый. Чипи-чипи, чапа-чапа. Ну ты неуклюжая, помни. Ауч! Моя голова. Так и быть, держи. Вечеринка? Конечно, приду. Кажется, я погорячился. Ну, пока. Но я не могу пойти в таком виде. Без паники. Я тебе помогу. Я даже не знаю, с чего начать. Вау! Откуда взялся стул? Вот мицеллярная вода. Смывай косметику. Ну, ладно. Вау, это весело. Люблю мыльные пузыри. Макияж смыт. Отличная работа. Первый пункт нашего плана выполнен. Следующий этап – макияж. Я сейчас вернусь. Рогаты слишком долго нет. Что это показалось? О, а вот и то, чем можно накраситься. Какой странный оттенок. Попробую. Раз, два. И румяна готовы. Помни, что ты делаешь? Разве эта краска не подходит? Нет, вот косметика для макияжа. А, теперь поняла. А вы знаете, как здесь появился этот валик? Напишите в комментариях. Задело. Тон. Тени. Стрелки. Блестки. А теперь нижнее веко. Немного блеска на внутренний уголок глаз, ресницы и готово. Я проголодалась, и мармеладка будет очень кстати. Еще ее можно подкрасить губы. Нет! Нет? Ладно, пусть будет помада. И я справилась. А теперь время прически. Посмотрим. Нет? Нет? А вот это мне нравится. Выбираю. Отлично. А это ленточки для бантиков. Вау! Сниму перчатки и начну мастерить. Ленточку развязаю и склеиваю колечко. Соединяю посередине. Делаю два бантика и соединяю их вместе. Фиксирую на заколке. И готово. А теперь прическа. Собираю волосы в два хвоста и украшаю заколочками. Замечательно. Я принесла угощение. Оп! Но где его взять? Зачем так кричать? У меня уже все готово. Вау! Выглядит великолепно. Но что делать с юбкой? Это совершенно не подходит. Я должна порыться в своих вещах. Это не то. Ай! Это тоже. Ауч! Что здесь делает спасательный круг? Хватит! Шляпа мне не нужна. Фух! Ничего подходящего не нашлось. Не плачь, помни. Спасибо, друг. Мы найдем выход, я уверена. Есть идея. Поищи в ящиках стола. Опс, как неловко.
а юбка мне пригодится. Украши ее лентами. Готово. Помни. What? Ну, что еще? Мы еще не закончили. Держи нитку и отрезок ткани. Спасибо. Сошью из этой ткани рукава. И добавлю резинку. Как же это скучно. Наконец-то. А теперь немного магии. И оба рукава готовы. Сделано. Что это хрустнуло? Прости, помни. Твои серьги. О, нет. Я знаю, как смастерить новые. Из глины формирую плоский круг. Выбираю краски. Кисточка нашлась, можно наносить рисунок. Добавим крючочки, и сережки готовы. Красота, спасибо. Неужели справилась? Макияж есть, прическа сделана, наряд готов. Все аксессуары на месте. А именинный подарок есть. Поспешим, рогата. Как здесь интересно. Столько гостей. Всем привет. Джакс, он пришел. Постой. О, нет. Чуть не упала. Джакс. Я тебя держу, не бойся. Вау, Джакс влюбился. Потанцуем. С радостью. И на этот раз все по-настоящему. Рогата, дорогая, вставай, душа моя. Спасибо, Кень. О, моя дорогая семья. Что? Что внутри этого свертка? Одни обертки? Мини-Кейн? Что все это значит? Упс, это не я. Отныне в этом доме все сладости запрещены. Ну что ж, мне уже пора на работу. Счастливо оставаться. Пока, моя семья. Дорогой? Уже испарился. Конечно. Я снова одна на хозяйстве. Мини-Кейн. Крошка, помни. Ну, хоть карандаши меня радуют. Только не эти деревянные, а мои сладкие и вкусные карандашики. Объеденье. Упс. Подвинься, сынок. Мама проверит твою работу. Мне пора. Сколько ошибок. А это что? Почему карандаши на полу? А это что за огрызки? Конфеты. Кейн-младший, ты наказан. Сиди в своей комнате. Ну ладно. Хорошо, что у меня есть мяч. Здесь запас конфет на целый день. Если у меня выпал зуб, значит, ко мне придет зубная фея. Будем ждать. Я чую зуб. А вот и он. Опс. Привет, зубастик. Вау, фия. Сделка есть сделка. Сколько я тебе должна? Вот твой гонорар. Забери свои деньги. Мне нужны конфеты. А, окей. Сейчас все будет. Вот, прошу. Подожди. А можно мне еще сладостей? Плачу зубами. Вау, конечно, забирай все. Зубная фея. Упс. Мам,
сумочки! И крылья свои забери! Что же мне еще придумать? Точно, состязание! Мам, сыграешь со мной? Если я выиграю, то смогу есть конфеты. Если победишь ты, то я откажусь от сладкого. Окей, погнали! Эй, не толкай мать! Да, я победила! Юху! Мама выиграла! А ты продул! Лузер без конфет! Это мы еще посмотрим. Мама ничего не заметила. Ни одна сладость не пройдет мимо меня. Привет, мам. Стоять. Есть запрещенные сладости? Сейчас мы это проверим. Выберем нужный режим сканера. Вот так, порядок. Посмотрим. Все чисто. Можешь проходить. Фух, отлично. Мама не догадалась проверить мою обувь. А все сладости были прямо у меня под ногами. Ням-ням. Мини Кейн, время обедать. О-оу. Скорее, нужно все это спрятать. Быстрее, под кровать. Пока мама не увидела. Уже бегу, мамочка. Кушать, кушать, кушать! Приятного аппетита, сыночек. Это мне не нравится. Бэ! Прощай, яичница. У меня есть идея получше. Сладкие желейки. Зелень оставлю для красоты. Ну как? Чтобы все съел, понятно? Конечно, мам. Фух, папе срочно нужно заправиться едой. Спасибо, сынок. Мои желейки. Сынок, я дома. Привет, папочка. Вот вы и попались, мальчики. Теперь вы будете есть только полезную пищу. Понятно? Но это несъедобно. И вообще, мне уже пора на работу. Стоять, ты никуда не пойдешь. Возьми декретный отпуск. У тебя маленький ребенок. Ладно. Вы сами меня заставили. Папа! Мой первый циркачина за день. О-оу! Неожиданный сюрприз. В цифровом цирке антракт. Чипи-чипи, чапа-чапа, бум-бум-бум. Кей? А? О, нет! Что с тобой? О, цирковые боги! Меня убил. О, Кейн. Убийца это. О, нет, Кейн. Покойся с миром. А? Я в шоке. Слезь с меня. Это я должна так делать. Кейн теперь мертв. Мы все можем выйти из этого цирка. Никто отсюда не выйдет, пока мы не найдем убийцу. А может, это ты его убила? Что? Нет! Ну окей, все, пойдем. Это ты! Ты убийца! Скажите все, что это она! Это ты! Это не я, потому что я лучший детектив. Что? Я помни, лучший детектив удивительного цифрового цирка. Вот так. И я найду виновного среди вас. Ты! Это не я. Или ты? Это не я, не я, не я. Ага. А, мамочки. Зубу. Это его сломило. А может, это вы убийцы, а? Окей. Итак, вот наши подозреваемые. Кто же убил Кейна? Вот наше место преступления. Поищем улики. Нож. Нет. А что у нас здесь? О, это хвост.
это ты! Ты? Это ты! Ты убийца! Опс, это и правда мой хвост. Я вам все объясню. Подозреваемый, присаживайся. А это обязательно? Не дергайся. И поклянись говорить только правду и ничего, кроме правды. Расскажи мне все. Окей. Я качался самой тяжелой гантелей в мире одной рукой. А второй рукой учил новую песню на гитаре. Даже мое отражение восторгалось мной. Одним словом, я был совершенно очарователен. Но тут я услышал крик. Мое отражение испугалось. А я нет. Я точно знал, что нужно делать. Брутально выплюнуть зубочистку и эффектно спасти рогату. Нет, нет, нет! О, какой красавчик! Я смело сказал Кауфму, глядя прямо ему в глаза. Умаева. Секундочку, вот как все было. Джакс так испугался Кауфму, что не сдержался от страха. И убежал. Да, я действительно сбежал. Видимо, тогда я и потерял свой хвост. Только не по лицу! Не виновен. А между прочим, я видел, как рогата с ножом в руке шла за Кейном. Нож – орудие преступления. Да-да, именно вот с таким. А где она? О, нет. О, нет. Опять ты. Не убежишь. Садись на допрос. Окей. Что ты делала в день убийства Кейна? Хватит светить в мой глаз. Хорошо, я все объясню. Вот. Чек-лист, как стать русалкой? Что? Опс. Вот. Список продуктов, на которые у меня аллергия. И что? Окей. Представьте себе. Джакс ел картошку фри. А я была такая голодная. Помни, вгрызалась в чизбургер. Но мне нельзя такую еду. Проклятье. Но тут Кейн начал дразнить меня наггетсами. О, этот запах фритюра. А что задумал рогата? Он съел все сам. Красный негодяй. Я достала нож и пошла за ним. Да-да, я это видела, это она. Ну все, я раскрыл преступление. Теперь я лучший детектив. Скажи, Зубу. Нет, какой ты детектив без шляпы и лупы? Окей, рассказывай дальше. Итак, я взяла нож и пошла за Кейном. Что тебе нужно? Моя любимая пицца Маргарита. Дивный вкус. Я насладилась каждым кусочком. Никаких убийств. Я тебе не верю. Окей, вот доказательство. Моя аллергия. Убедительно. Окей, невиновна. Прекрасно. Если это не рогата и не Джакс, то кто же убийца? Это ты! Ты! Нет, это ты! Одну минутку. А где твой помпон? Вот же он, прямо на месте преступления. Это твой помпон, помни! Новый подозреваемый, помни! Рассказывай, как все было немедленно. Но ничего не было. Я выведу тебя на чистую воду. Эй, детектив, у меня есть алиби. Помни, была со мной. Серьезно? Это фейк. Не мешай следствию. А ты говори, за что ты убила Кейна. Иначе я буду тебя пытать. Хватит, я все расскажу.
Я танцевала и никого не трогала. Как тут? Я увидела его трость. Вау! Я смогу наколдовать себе выход. Вау! Пиу! О, да, дверь моей свободы! О-оу! Кажется, я его поломала. Это плохо. Очень плохо. Надо ее починить. Но как? Нет, это не то. Снова не то. О, то, что нужно. Трость как новенькая. И никто ничего не заметит. Что? А? Опять? А? Я слежу за тобой. Я все вижу. Ты не смей падать и стой ровно. А я невиновна. Так и есть. Она невиновна. И что делать? Кейн по-прежнему мертв. Он был таким молодым. На кого ты нас покинул, Кейн? Так печально. Зубл? Но разве ей не открутили голову 5 минут назад? А? Точно. Нет, 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 что ты делаешь? Это муляж. Так я вас всех разыграл. Классно получилось. Что? Церемония награждения Тром-Тром объявляется открытой. И победитель... Помни! Помни, прошу на сцену. Станцуем танец победителя. Этот кубок теперь твой. Спасибо. Ура! Несправедливо. Прости. Кто выключил свет? Помни? Что? Она не дышит. Помни. Нам пора. Стоп! Никуда вы не пойдете, пока не найдете преступника. Серьезно? Даю вам 40 минут на поиски, а иначе арестованы будете вы. Ладно, уговорил. Что же делать? Красавчик. Безнадежно. Детектив Пикачу начинает расследование. Подержи лупу. Для начала оградим место преступления. Где же улики? Это зуб. Признавайся, это твой клык. Нет. Мне пора. Вернись! Эй! Не улетай! Хватит! Надоело за ним гоняться! Отправляйся в покебол, наглый вампир! Пригнись! Упс! Есть! Пика-пика! Начнем допрос. Что вам нужно? Говори правду. Это твой зуб? Мои зубы на месте. Клык искусственный. Рассказывай. Ладно, ладно. Он вставной. Дело было так. Это не селфи, а шедевр. Я красавчик. Самый привлекательный вампир на этом свете. О, какая аппетитная шея. Как вкусно пахнет. Что это? Вау, пироженка. Невозможно устоять. Блаженство. О, нет. Мой любимый клык исчез. Вот так я лишился зуба. Как теперь делать селфи? Я слежу за тобой. Какие выводы мы сделали? Вампир невиновен. Ну, как успехи? Теперь еще и тело исчезло.
Это вы во всем виноваты. Я сокращаю отведенное вам время. Найдем улики, найдем пропавшую Помни. За дело. Наконец-то я нашел мое сокровище. Вампир неисправим. Нужно искать лучше. Пикачу? Пика? Что это ты собралась делать? Палка, вкусняшка, ловушка. Это не поможет. Я что-то упустила. Планшет? Его здесь точно не было. Я нашла улику. Не включается. Батарея села. Пикачу? Спасибо. Посмотрим. Кто-то спрятал колпак Помни за штору. Это там. Вперед. Проверим. Скелет. Клок желтой шерсти. Выглядит знакомо. Стоп. Пикачу, это твое. Значит, это ты во всем виновата. Нет? Тогда ты арестована. Тебе не убежать. Рассказывай правду. Кейн! Судья Кейн, к вашим услугам. Рассказывайте. Этот клок волос принадлежит Пикачу. И где ты его нашла? Вот здесь. Помни. Какой кошмар! Это все ты! Стоять! Мне это надоело. Пикачу, марш в покебол! Она здесь и никуда не убежит. Отлично! Назначаю тебя судьей. Разберись с этим. Ладно. Пикачу, выходи. Пика-пика? Говори правду. Да. Сейчас же. Ага. Не мешай. Это мой допрос. Рассказывай. Вкусняшки. Ням-ням-ням. Пика-пика! Переела. Шерсть Пикачу, то, что нужно. Ясно. Ну и кто в таком случае виноват? Что за шум? Моя ловушка сработала! Скорее, открывай коробку. Привет! Это ребенок? Пика? Ну что она здесь делает? It's murder on the dance floor. Как же так? Она жива? Пика-пика! Твоих рук дело? Нет, это все он. Как смешно. Что происходит? Сейчас расскажу. Вот попкорн. Бу! Пошутил. Слушайте внимательно. Я лишь хотел весело провести время. Венсдей, потанцуем? Нет? Но почему? Пикачу? Макарена. Куда же ты? Привет, вампир. Привет, что скажешь? Нравится мой портрет? Честно говоря, а мне нравится. Стой! Меня все игнорируют. Привет. Ребенок, привет. Вот кто мне поможет. Для тебя есть задание. Окей. Да, эй, Помни. Нужно, чтобы ты мне подыграла. Притворилась мертвой.
Разыграть труп? Это я могу. Отлично. За это получишь кубок. Я согласна. Это будет легендарный пранк. Как ты мог? Чашечку циркачино.